сегодня хочу немножечко вам рассказать о том, как на моем канале правильно просматривать видео. Как бы это ни казалось там банальным, что значит правильно просматривать, но хочется сказать о том, что не все знают, что нужно ставить максимальное качество видео. Когда вы смотрите любое из моих видео, если вы смотрите с телефона, то в правом верхнем углу есть три точечки. Нажимаете на эти три точечки и выбираете максимальное качество видео. Если смотрите с ноутбука или с компьютера, также, но только в нижнем правом углу есть значок такой шестеренки, настройки, на нее надо также нажать и выбрать максимальное качество изображения. Это одно, о чем я хотела сказать. Также, для чего нужен значочек, такой звоночек есть около кнопки подписки, то есть подписки, если вы смотрите мой канал. Что дает звоночек? Это оповещение о новых видео, которые я добавляю на свой канал. Как только на канал добавляется новое видео, если у вас включена кнопка оповещения, вам на почту приходит уведомление о том, что добавлено на канал такое-то видео с каким-то названием. Также хотела сказать про плейлисты. Не все знают о том, что все мои видео на канале разбиты по темам, по категориям, так называемым плейлистам. Плейлисты – это такая же вкладка, как и мой канал, видео, все видео, сообщества и так далее. Если вы зайдете на вкладку «Плейлисты», там вы увидите именно категории. Мои плейлисты – это мастер-классы, очень полезный плейлист. Это плейлист «Ключи к акварели», где я собрала видео о каких-то ключевых моментах, которые я считаю очень важными для работы с акварелью. Это прямые эфиры, это разное творческое, а также просто акварельные процессы. Это очень удобно, поэтому пользуйтесь, пожалуйста. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте, я на все отвечу. Вдохновения вам и успешного творчества!